Mercedes. See my Bentley, what I got with my two phantoms had a baby. Ain't that crazy? Why you lazy? Лес монолитов. Перейти. Начать. Так, ничего не ломается, ничего не крушится. Жаль. О, вот они. Так бы всегда просто был. Эй, ты чё, куда спрятался? Я не понял, ты чё, куда спрятался? Ух ты, их можно в полете побивать. Уровень еще один. Давай, вставай. Хотя добавить. Вот так. Ну, это было проще уже. Надеюсь, я наловчился достаточно. Блин, забыл. Значит, я не запрыгну туда. Вот так. Вот так. А чё яблочко тогда не берешь? Зараза, не берет яблочко. Ой, блядь. Ты чё было? Ауч. Блин, а нафига. Да что ты будешь делать? Да что ты будешь делать, да, это бревно грёбаное. Ах ты ж, сука. Кто-то меня сейчас убьют-то нафиг, а? Сука, звери! Да что ты... Да. Давай, подходи ближе. Так, что, все? Все? А, нет, никуда не. Вот, все, тебе на этот раз все. О, зараза. Сложно. Так, куда должен? Вот, поглядим на цепочку. Не можем сломать, жаль. Эй, ты чё будешь? Вперед, РТ. А, прыжок с рывком. А, вот он. Самостячки. Это... получилось.
что ты, хватит мне убивать-то? Разогнался на них сразу. Все, наконец-то делаю. Так, это что у нас? Это бесполезный хлам. А, вот. Опа, это что такое? Держать. О! О, как надо удерживать атаку, чтобы сильнее удар был. Жонглёр 2 секунды был. Что это было? Блять. О! Надо удерживать атаку, кнопку, чтобы удар был сильнее. Да. Вот это вот фигня была. А тут сейчас какой мост? Ого, это что за мост? Все, кого-то сожрали, захавали. Ай-яй-яй, да что ты? Что ты будешь делать? О! Да что ты будешь, сука? Да ведь хватит нахуй, пидорас, и куча. Бесит, нахуй. Меня всегда вот это вот бесило во всех, когда прокиды, все вот эти нарушения. Никогда не мог с этим бороться. Да что ты? Бесит, бесит, бесит! Когда вот так бороться? Когда вот так. Да что?
долго думал, да, я только сейчас сообразил, что надо. Так, это защита получше, да? Но у него сопротивление с магией меньше, по-моему, или что это? Вот эти вот ниже, это сопротивление, чего? Ладно, не важно. Да ты нахуй, я гнида поганая. Так, да, блять, это. Так, хай. Ладно, начнем сначала. Нет. Блять, все роняют и роняют меня постоянно. Как от этого избавляться? Блять, на этом блоке не работает уж. Не оглушает. Блять. Да что ты? Ай, блядь, не брать, блядь. Ладно, сейчас от мелочи будем избавляться. Ой, куда это я нажал? Да блин, куда я нажал? Ой, ты, ну ты... Да что ты нахуй, ты бей ты, а, нахуй тупая, ты тупой дебил. Да ты ебать! Издевательство какое-то! О, хоть, хоть! Икс! Чё это сейчас было? О, всё, так. Да нахуй! Да вы чё, бля? Да вы... Издевательство! О, сдох. Теперь один на один, нахуй, с тобой. Или толку-то, толку-то. Да вот, блядь, ты бей, ты чё ты стоишь тупо, я жму, он тупо стоит. Да вы, блядь. Oh!
что ты? Да бляха, ебучая система. Кто это что придумал? Да кто это что придумал тебе? Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Да блять! Вс, я сейчас опять проиграю. Да ебанутая поганая система. Какой дебил, это все придумал, а? Нельзя вот что-нибудь попроще сделать. Я таких не умею, я иначе. Бей ты, ты просто бей! Ты просто бей, а не пляши, тупой тварь! Ого-го-го-го-го, как же меня это бесит, а? Кто бы знал-то? Ай, блядь, ну ты просто бей! Живешь, он не пьет. Его контроль вообще кому не лень, все кому не лень. Каждый удар, каждая атака, каждый действие его контроля. Угонят, опрокинут, блядь, оглушат или еще что-то. Я не понимаю. Что я должен сделать? Я не понимаю, что я должен сделать, чтобы это, чтобы его так не контролили, чтобы хоть как-то атаковать. Я не успеваю среагировать просто. Я просто не успеваю среагировать. Блять, а вот опять, а. Блядь, сучка. Да ты что, издеваешься? Чё? Что ты? Вот просто не успеваю среагировать. Хоть тресни, а? Да вот, вот, вот как сейчас вот опять, а? Просто... Да... Ну как так, а? Да вот... Да. Это реально серьезно. Невероятно, как так можно, да, издеваться над мной, да? Блядь.
уронил, я же вот за твоей спиной. Как он это делает? Как я должен с ним со всеми бороться таким, при таком раскладе, да? С такой системой. Два. Ну ты, я же вот уходил, а? Я уходил от вас. Так, ну ты чего ты срабатываешь? Я вообще не понимаю. Хоть ты тресни, я не понимаю, как я должен это делать. Я походу эту запись не выложу никуда. Да что ты будешь делать, твои вещи? Да куда ты? Это я сам. Да, я ну ты почему? Почему вы постоянно так вот? Ну почему так постоянно? Да сколько можно? Я просто не могу. Да что ты? Ну ты почему не атакуешь, а? Когда я вот нажимаю, не атакует вообще. Просто тупо стоит и ждет, когда его ебанут. Почему? Кто мне объяснил? Как я должен действовать, чтобы не меньше контроля? Да что ты? Меня это зажимает и все. Какой-то ебанист. Вот, опять. Ну вот опять они меня зажимают и все. Я не знаю, что делать. Да вот, они меня роняют, даже и блоки толком отставить блоки, если они вот эти вот мелкие прибегут и прям через блок меня пробивают.
конкретно, так что вообще? А мои блоки, а мои повороты, прыжки и вот прочее. Вот что бы я ни делал, они вот видят. А чипы пробивают, просто берут и пробивают. Похер. Вот, впервые законтролился один. Единственный раз законтролился, и мне некогда его бить. Меня опять вот зажали, меня вот просто зажали. Что я должен сделать, а? Ебано. Я не знаю, что делать, как это. Чё, мне тупо просто на кнопки жать? Может тут повезет, не повезет? Может так делать, а? Тупо сейчас буду жать на кнопки, даже не буду. Повезет, не повезет, ну. Ну нет, это тоже бесполезно. Да что, как он достает на меня, я же это отхожу. Вот. Да просто я не понимаю вообще. Ну и толк мне этот уровень, мне все равно сейчас как бро. Мне все равно сейчас все здорово собьет. Да ты кого ты глючишь-то, а? Вот видно, что ты глючишь. Да ты почему не атаковал, а почему не отпрыгнул, когда я нажал? А? Я вот чё, зачем я сейчас нажимаю на кнопки, если он не реагирует? Да почему, а? Вот, в чем дело? Вот почему он тупо стоит, а? Ебанский персонаж. Ну, и разработчики тоже такой создали. Вот как... Сука. Блядь, да ты чё, ты... Сейчас опять у меня уже просто бьет. Я вот... Dark Souls, да, говорите? Dark Souls это сложно, это вообще пиздец. Dark Souls хуйня по сравнению вот с этим. Какой-то по счету раз я вообще не знаю, мне уже взгляд не такой. Все, надо не успокоиться. Надо успокоиться. Тянуть уровень, смотреть. Быть. Я это выложу, нахуй. Я сейчас это выложу. Но я это...